Проживающие в Губинском районе горские евреи отмечают праздник Песах. Праздник Песах ежегодно торжественно отмечается в Красной Слободе, где компактно проживают горские евреи. Праздник, начавшийся 19 апреля, в течение 8 дней будет сопровождаться различными религиозными обрядами. Горские евреи в утренние и вечерние часы посещают синагогу и молятся. Севда Джафарова, Авкам Поладлы, Азартач, Губа.